Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор силиконовой приманки от компании Sakura, модель Adjustic. Данная приманка выпускается в одном размере. Ее длина 1,75 дюйма или 45 мм. Так заявляет производитель. Но фактически длина данной приманки составляет 50 мм. И весит она 0,36 грамм. Сделана она из съедобного силикона. Силикон довольно-таки прочный, но эластичный. Приманка представляет из себя слаг. Можно видеть, что практически по всей длине тела, за исключением хвостика, идут вот такие вот небольшие ребра. Приманка имеет небольшой хвостик длиной 15 мм, он довольно-таки тонкий. Приманка, можно видеть, немного растягивается, выполнена из плотного силикона. Повторюсь, приманка сделана из съедобного силикона. Выпускается всего лишь в 7 цветах, это пару белых расцветок, пару вот таких вот желто-карамельных расцветок. Это арбуз, зеленая тыква, шартрез. Практически все цвета, за исключением арбуза, ватермелона, они все идут с глоу-эффектом. То есть при подзарядке светом они некоторое время светятся в темноте. И вот, например, у данного цвета свечение шартрезное в темноте. Оснащаю эту приманку в основном одинарным крючком. Это Owner S59 номер 8. Но также можно использовать и джиг-головки, а также офсетные крючки. Приманки находятся в таком вот пакетике. Их 12 штук в пачке. Находятся они пакетики зимзапком, имеется блистер, в котором находятся данные приманки. Каждая приманка лежит в своей ячейке. Опять же, большой это плюс при хранении и транспортировке. Так как это у нас пассивная приманка, то ее необходимо обязательно анимировать. Анимирую ее подбросами. То есть необходимо подобрать число подбросов и амплитуду в зависимости от рыбы, которую вы ловите, и ее предпочтений. Ловлю в основном на шарнирный монтаж, на микроджиг. Ну и иногда, если использую эту приманку для ловли ставриды, то использую и джиг-головку. Кстати, данная приманка производила специально для ловли различных морских обитателей, о чем свидетельствует вот такая вот рыба на упаковке. Данная приманка недорогая, это большой плюс, то есть пачка стоит где-то 110 рублей. Ну и напомню, что в пачке находится 12 приманок. Приманки отлично себя показывают при ловле окуня. Ну и также, если вы поедете на море, то обязательно стоит взять с собой пачку другую данных силиконовых приманок. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!